Если вы не знаете, что приготовить к чаю, тогда обратите внимание на рецепт вот такого необычного имбирного печенья. Получается оно очень вкусным и ароматным, готовить его легко и довольно быстро. Для приготовления такого печенья подойдет мед жидкий или же более густой. Сливочное масло нужно приобрести отменного качества, форму печенью можно придать любую, я приготовила в виде звездочек. Необходимые ингредиенты, досмотревшим ролик до конца. Подготовьте ингредиенты. Мед, корицу, имбирь и сливочное масло выложите в ковш и отправьте его на слабый огонь. В миске взбейте миксером яйцо и сахар. Влейте растопленное масло с медом. Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. Добавьте муку с разрыхлителем. Замесите тесто. Выложите его на силиконовый коврик и раскатайте скалкой в пласт по толщине не больше 1 см. Выдавите формочкой печенье, сразу же его переложите на противень. Отправьте противень в разогретую до 190 градусов духовку на 10-15 минут. В миске соедините сахарную пудру с водой. Полученным кремом украсьте печенье и подайте его к столу. Вкуснее тем, кто подпишется. Вот из чего готовим блюдо. Мед, 2 столовые ложки. Масло сливочное, 100 грамм. Яйцо куриное, 1 штука. Сахар, 0,5 стакана. Мука, 2 стакана. Разрыхлитель, 1 чайная ложка. Сахарная пудра, 2 столовые ложки. Вода, половина чайных ложки. Имбирь молотый, 1 щепотка. Корица молотая, 1 щепотка. Количество порций, 4. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте палец вверх и спасибо за просмотр. Жду снова и желаю вкусного дня.